Операции по прерыванию беременности теперь могут делать только в клиниках и больницах, получивших лицензию на аборты. С 12 декабря вступает в силу постановление правительства, принятое еще год назад. Если у медучреждения есть лицензия на предоставление услуг по профилю акушерства и гинекологии, то срок получения документа составит 30 дней. Если клиника заново оформляет лицензию, то срок увеличится до 45 дней. Как пояснили в департаменте здравоохранения, за государственные медучреждения переживать не стоит. К лицензированию они готовы, а вот к частным клиникам могут возникнуть вопросы. Цель нововведения – сохранить репродуктивный потенциал страны. Операция по прерыванию беременности может нанести непоправимый вред здоровью женщины, поэтому необходимо усилить контроль за безопасностью проведения процедуры. Еще раз сейчас наши лицензирующие органы обратят внимание на соответствие оснащения медицинских организаций порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии, в частности, именно вот в части проведения искусственного прерывания беременности. То есть это исключит оказание этой услуги женщинам в тех условиях, которые не будут соответствовать полностью тем порядкам, которые у нас утверждены министерством и постановлением правительства.